Как известно, прививать любовь к спорту лучше с юных лет. И сегодня это активно практикуется в образовательных учреждениях Твери. Праздник физкультуры и зарядки состоялся в средней школе номер 2 областного центра. Его организаторы сделали так, чтобы это было не только полезно, но и интересно для детей. Подробности в нашем следующем материале. Физкультура – одна из самых популярных дисциплин в Тверской средней школе номер 2. Неудивительно, что здесь уже стало доброй традицией отмечать Всемирный день здоровья. Мы ежегодно проводим с ребятами вот такой здоровый урок, который называется «Зарядка». В организации урока приняло участие НКО «Академия здоровья». Его тренеры решили отойти от банальных наборов упражнений, разработав для школьников специальный комплекс на основе методик айкидо. Мы сегодня подобрали такие упражнения, которые они обычно не делают на уроках физкультуры, для того, чтобы детям было интересней, сложнее как-то, и вот чтобы они получили вот качество, которое позволит им в дальнейшем быть более здоровыми. Весь урок разбит на 5 частей. Каждый из них развивает конкретное физическое качество – силу, ловкость, выносливость, гибкость и быстроту. Депутат Тверской городской думы Денис Блиновский считает такие уроки хорошей практикой. Дети – это основа нашего будущего, поэтому важно, чтобы это будущее было радостным, счастливым и здоровым. Такие мероприятия закладывают основы физкультурного воспитания в детях. Конечно, особое внимание заслуживают дети с ограниченными возможностями, поэтому у нас было запущено несколько пилотных проектов в городе. По итогам урока «Зарядка» его участников наградили почетными грамотами Академии здоровья.